Шалдар, ты уже добрался до центра связи. Надо немедленно передать флоту сигнал. Берегись, Свона и Кэмбо. Этим шишкам из корпорации плевать, что ты. Давай, Перепады напряжения в главной системе связи 48.8.6. Подключается резервная система. Основная система связи вышла из строя. Наладить резервную систему не удалось. Перегрузка систем связи. Канал связи отключен. Компьютеры Дельты показывают, что все передатчики дальней связи в башне отключены. Найди другой способ отослать это сообщение. Доберись до управления спутниковой связью и отошли сигнал вручную.
На чертежах видно, что самый короткий путь через технический корпус. Не подведи меня, сынок. Вызови флот. Инженер Шеймус Блейк, 16 октября 2145 года. Хотя новые процедуры дистанционной замены модулей требуют от персонала некоторого времени на освоение, в конечном счете это гораздо более безопасный, быстрый и простой метод. Как только техник получает сообщение о неисправности, он просто выясняет, какой модуль нужно заменить, и подает команду на замену модуля через терминал дистанционного управления. Автоматически запускается процедура замены модуля. От ремонтника поступает уведомление, что такой-то модуль требует починки. Мелкий ремонт может выполняться на месте с помощью стандартного оборудования. Надеюсь, что когда мы найдем и ликвидируем источник недавних перепадов напряжения, новая процедура будет использоваться все легче. С большинством остальных неполадок система способна справляться автоматически.